Видновский перинатальный центр оснащен самым современным оборудованием и технологиями, благодаря которым врачи спасают маму и ребенка. Медицинское учреждение специализируется на выхаживании недоношенных детей, а также помогает роженицам с акушерскими патологиями. Мила Ипатова с диагнозом вырастания плаценты приехала сюда из Иркутской области. Когда мне поставили диагноз вырастания плаценты, я начала искать варианты для органосохраняющей операции. Наш регион не особо мне мог что-то предложить. Нужного специалиста Мила стала искать через интернет. На ее просьбу откликнулись бывшие пациентки перинатального центра и порекомендовали Ильяса Куликова, акушера-гинеколога высшей квалификации и кандидата медицинских наук. Девушка незамедлительно с ним связалась. Я ему написала, и он мне ответил тремя словами: «Приезжай, все решим». И я оставила номер телефона, и я ему позвонила. Наш разговор был не очень долгий, и я поняла, что мне здесь помогут, и меня здесь будут ждать. Мила приехала в Видновский перинатальный центр на обследование. Через некоторое время ей провели операцию, которая прошла успешно. И 26 сентября на свет родился мальчик. Его назвали Мирон. Счастливые родители принимают поздравления. Ну, вас от души поздравляем с рождением прекрасного малыша. Ну и с тем, что волшебным образом такой непростой случай в твоей жизни завершился чудесно. Благодаря опытным врачам перинатального центра Мила и Иван Ипатовы стали многодетными родителями, так как в семье это уже третий ребенок. Юлия Стаферова, Ольга Садовская, Видное ТВ.